В Кургане на перекрестке улицы Зорги и Коли Миготина появилась необычная конструкция – интерактивная стена голосования. С ее помощью жители города и области смогут отдать свои голоса за низкие цены на сотовую связь. Каждый проголосовавший получит в подарок сертификат номиналом 500 рублей и сможет на льготных условиях подключиться к новому федеральному сотовому дискаунтеру Теле2. Никакой регистрации для голосования не требуется. Кроме того, отдать свой голос и получить сертификат можно в специальных фотобудках, установленных в ТРЦ «Рио» и Пушкинский или на сайте оператора. Всегда была связь и всегда ни с чего не зависало. Будет связь, будем подключаться. Ну, самое главное, чтобы выгодно было. Для оператора, чтобы была чистая связь, как бы хорошая связь. Ну, а цены-то сами знаете, как бы. Каждая копейка на счету. Подобная акция уже стартовала с успехом в нескольких регионах. Так, более 100 тысяч человек проголосовали за Теле2 в Екатеринбурге. В Тюмени свой выбор нового дискаунтера сделали около 40 тысяч человек. В Кургане за 3 дня проголосовало почти 3 тысячи пользователей мобильной связи. Стратегия и главный принцип Теле2 – это качественные услуги при самых низких ценах. Это честный оператор. У нас нету никаких звездочек, никаких мелких шрифтов, поэтому все услуги понятны и прозрачны. Люди точно понимают, за что они платят деньги, за какие разговоры, за какой интернет. Я всегда говорю, как бы большая тройка не снижала цены, мы будем еще чуть-чуть ниже. Главная идея проекта – показать, что цены на связь могут и должны быть действительно низкими и честными. И открытое интерактивное голосование с видимым и понятным результатом покажет, как многие курганцы готовы к переменам и хотят платить за разговоры именно столько, сколько они стоят на самом деле. Ведь мобильная связь, уверены в Теле2, должна стоить по цене мобильной связи и ни копейки дороже.